Все ваши данные, полученные из Директа, представлены во вкладках двух панелей. Основная панель повторяет структуру вашего аккаунта. В ней вы видите полный набор вкладок. В дополнительной панели набор вкладок меняется. Например, вы открываете вкладку «Компании» в основной панели, в дополнительной остаются «Группы», «Объявления» и «Фразы». Открываете вкладку «Группы», остаются «Объявления» и «Фразы». Содержимое вкладки зависит от того, какие объекты выбраны на предыдущей вкладке. На вкладке «Компании» выберите одну или несколько компаний. Перейдите на вкладку «Группы». Вы увидите группы этих компаний. Не имеет значения, в какой из панелей вы работаете. Данные на одноименных вкладках одинаковые. Число над ярлычком вкладки – это количество выделенных объектов. На вкладке «Группы» выберите одну или несколько групп. На вкладке «Объявления» останутся объявления этих групп, а на вкладке «Фразы» — их фразы. Объявления и фразы влияют друг на друга. Выберите одно или несколько объявлений в основной панели. Тогда в дополнительной останутся только те фразы, по которым могут показываться выбранные объявления, то есть фразы из тех же групп, что и объявления. И наоборот, если в основной панели выбрать несколько фраз, в дополнительной останутся только те объявления, которые могут показываться по выбранным фразам. Для сброса отбора объявлений по фразам и фраз по объявлениям вернитесь на вкладку «Группы». Чтобы переходить от дочерних объектов к родительским, используйте навигационный блок в инспекторе. Например, если на вкладке «Объявления» отображаются объявления из разных компаний, вы можете перейти от объявления к той компании, к которой оно относится. Расположение панелей можно управлять с помощью меню «Вид». Например, вы можете изменить ширину панелей или расположить их горизонтально. Ненужную панель можно свернуть. Для этого нажмите на крестик в правом верхнем углу. Чтобы снова ее развернуть, нажмите на свернутую панель. Используйте возможности Direct Commander, чтобы быстро ориентироваться в большом количестве объектов. Настраивайте интерфейс под свои задачи для максимально удобной работы.